Откровенно говоря, вот так сразу ответить на вопрос, что такое для меня лично карате, я, наверное, не смогу, потому что, ну, не то чтобы там это очень как-то сакрально, таинственно, нет. Просто карате для меня вот реально это все. Карате для меня воздух, хлеб, вино, пища. Я живу карате. 45 лет назад я нырнул в этот мир, и 45 лет я из него не выныривал ни одну секунду. Ни одну минуту, доходило до фанатизма. Мама обращалась к психиатру, потому что, когда я начинал заниматься, я реально сошел с ума. Я приколачивал макевары на стену унитаза, чтобы сидеть на стену туалета, чтобы сидеть на унитазе, отрабатывать удары. Я бегал по крыше нашей 12-этажки в кимоно с шестами, мечами, палками, ножами, отрабатывал и придумывал сам ката. И милиция приезжала забирать сумасшедшего, который бегает в кальсонах по крыше. Старуха позвонила из соседнего дома и вызвала наряд милиции. Карате помогло мне выкарабкаться в этой жизни из сложнейшей ситуации, когда у меня погибли родители, разбился отец, умерла мама, когда от меня ушла жена, я остался без семьи. Нас сократили на работе, я остался без работы, без семьи, без любимой, без денег, без средств существования. У меня осталось только карате. Если бы не карате, я бы, наверное, не разговаривал с вами. Поэтому карате для меня все. Карате помогало мне выжить на улице несколько раз. Ну, я не скажу, что я уж прям такой драчун, но были моменты, когда мне реально угрожали жизнью, пытались ограбить, отнять машину, и карате мне помогло справиться с честью, выйти из этой ситуации, более того, выйти победителем. Вот. Но самое главное, карате помогло мне обрести за эти годы, встретиться с таким невероятным количеством потрясающих людей, людей с огромной душой, сердцем, с потрясающим интеллектом, с удивительной техникой. То есть эти люди, которые, вот если бы можно было бы составить такой, знаете, в капсулу посадить лучших представителей человечества и отправить их на другую планету или в другую галактику, вот эти люди бы точно должны были сидеть в этой капсуле. Это лучшие представители человеческой цивилизации. Сильные, честные, добрые, открытые, смелые, умные. И вот за это я карате страшно благодарен. И я не выхожу из этого состояния постоянно. Это очень здорово. Я никому не хочу навязывать свою точку зрения. Кому-то нравится рок-музыка, кому-то фолк-мьюзик, кому-то рыба, кому-то мясо. Каждый имеет право на свою точку зрения. Моя точка зрения такая. Я погружен и я живу миром традиционного карате. Называется дэнто карате, традиционное карате, именно окинавскими школами. Да, они во многом архаичны, они во многом отстали от времени, они, безусловно, сейчас существует масса других систем, которые более рьяных и более таких, знаете, убойных бойцов готовят. Конечно, время старых мастеров, которые раскидывали десятками врагов, разили голыми руками, протыкали, вытаскивали ребра, это все из разряда легенд. Карате ценно не этим. Карате вот для меня ценно. Я не люблю ходить в музей современного искусства, мне не нравится это. Я люблю смотреть на классические полотна Рубенса или Боттичелли. Мне нравится традиционное карате тем, что оно сохранило дух веков. Передачу от мастера к ученику. Это настолько ценно, это все равно, что, знаете, современный спортивный зал, сияющий с блестящими тренажерами, которые за месяц сделают из тебя Геркулеса, и старый, вонючий, пропитанный потом, грязный, маленький додзё, где летают мухи, где жарко, где ты со своего пояса пот выжимаешь в дырявое ржавое ведро, но там ходит дедушка, и он кряхтя поправляет твою технику. Вот мне это ближе, мне это в кайф, потому что это передача. Веками передавалась техника вот таким образом. И то, что сейчас это сохраняется, это очень здорово. Я это люблю. И я этим занимаюсь. Не для того, чтобы драться. Хотя, конечно, навык это карате дает традиционный. Безусловно, оно дает навык. Но кто хочет драться, тот идет в бокс, в ММА и так далее. Я не люблю драться. Мне 60 лет, я уже подрался в своей жизни вот так. Я люблю покой, мир. Я люблю чувствовать свое тело сильным, наполненным энергией.
и уважением к окружающим людям. Вот это традиционное карате воспитывает силу, энергию, жизненную силу и уважение к окружающим людям. Вот для этого я занимаюсь традиционным карате. Теперь то, что касается моего очень хорошего близкого друга и моего начальника по телевизионному каналу «Точка отрыва» Сергея Николаевича Бадюка. Ну, вы знаете, я считаю, что мне очень посчастливилось на своем жизненном пути встретиться с Сергеем. Наше знакомство произошло в начале 2000-х годов. И я тогда работал на телеканале «Телевизионный дамский клуб». И я делал передачу для женщин о мужчинах. И вот в Москве, в московском Будакане на Красной Пресне появились два огромных мужика. Это Юра Федоришин и Сергей Бадюк. Они были здоровые, они ломали, крушили все на свете, доски, кирпичи. Смотреть на них было страшно. Николаевич был в татуировках весь, и когда я впервые его увидел, конечно, он на меня произвел неизгладимое впечатление мощью, силой. И знаете, вот всем тем, кто говорят, что Бадюк там не боец, он укладывал чемпионов мира, вот штабелями укладывал. И никто даже вякнуть не мог в зале, когда Бадюк что-то показывал. Были такие времена. И, конечно, Сергей появился в Москве, ему надо было утвердиться, поэтому его было очень много. Они приезжали с Юрой в разные додзи, они делали показательные выступления, и они постепенно завоевывали вот это будо-пространство столицы. А его завоевать, ой, как непросто. Здесь мы все друг друга знаем, здесь мы прекрасно знаем цену друг другу, и здесь, знаете, так на вась-вась не проскочишь. Так вот, они зашли в московский бомонд боевой, утвердились там и завоевали это пространство. Честно, без подкупов, без посиделок в ресторанах. Они своим трудом, потом и своим мастерством вошли в элиту московского карате. И это было в то время очень здорово. Но, вы знаете, у меня был такой потрясающий момент, когда мы с Сергеем уже были, ну, уже друзьями, уже общались, очень плотно тренировались. Сергей пригласил меня поехать с ним у него... На Азовском море был домик, прямо в заповедной зоне, на берегу моря, в живописнейшем месте, перед маяком, потрясающе. И мы поехали туда. Поехали для того, чтобы снять фильм. Фильм для телеканала «Боец». И вот рано утром мы тренировались, вечером тренировались в закате, делали очень красивые съемки на фоне уходящего солнца, заходили. Ну, было очень здорово. Но я всегда вставал чуть-чуть пораньше, потому что я очень люблю рано встать, и всегда вставал и занимался. А у Сергея там рядом с домом сделан был настоящий шаолинь. Вкопаны столбы, макевары, какие-то приспособления. Он сам своими руками все сделал. И я все время рано утром, рано-рано, часов в 5 я вставал и до 7 где-то занимался. В это время Сергей, я не знал, он смотрел на меня в окошко. И вот спустя несколько дней он подошел ко мне и говорит: «Николай, я хочу, чтобы ты был моим сенсеем. Я становлюсь на колени и прошу тебя, научи меня». Я настолько обалдел, как Бадюк, который все крушит, ломает, для которого нет преград, который идет, и вдруг он смиренно просит меня научить его ката, делать ката. Меня это потрясло. И вот с тех моментов, с этого момента Сергей начал открываться для меня как чрезвычайно тонкий человек, который готов ко всему новому. Он не зашорен. Он всегда ищет, он изучает тайцзи, изучает цигун, изучает работу с оружием. Более того, он к тому времени уже был мастером. Он поднимал, он от груди сжал 200 килограммов лежа, жим лежа. Он был огромен. Он был чемпионом Москвы уже к тому времени по тэквондо. Был чемпионом по рукопашному бою. Он действительно реальный мастер спорта. Не как в интернете пишут дутый, он реальный мастер спорта по пауэрлифтингу. Он поднимал такие веса, которые вот этим людям, которые открывают рот свой, сидя на диване, они даже и не снились. И он пахарь, он все время занимался, он постоянно трудился, он постоянно работал, он изучал ката, изучал таулу, он занимался цигун. Ни разу за все время вот этой командировки мы не выпили ни грамма алкоголя, мы только тренировались и говорили о боевых искусствах. Это была потрясающая поездка, и вернувшись оттуда, конечно, мы с Сергеем стали большими-большими друзьями и виделись часто, и он мне очень сильно помог. Когда телеканал «Боец» закрылся, я остался без работы, вот реально просто без работы. У меня не было ни денег,
не было, я возрастной, мне уже 50, в то время было в 15 году, 55 лет, по-моему, да, 55, и меня никто не брал на работу, я сидел без работы и не знал, что делать. И Сергей сказал: старик, не волнуйся, все будет хорошо. И как только появилась возможность, он пригласил меня работать корреспондентом, автором своей программы на телеканал «Точка отрыва». Я сейчас делаю передачу о боевых искусствах. То есть он, грубо говоря, вытащил меня из ямы вот этой, из ямы безработицы, из ямы нищеты, помог укрепиться в жизни. И я, конечно, очень благодарен ему. Я благодарен ему за это, благодарен ему за мастерство его. И ведь вы знаете, когда мы с ним познакомились, Сергей, он не только ломал доски и укладывал чемпионов по карате, нет, он был чрезвычайно образованный, есть чрезвычайно образованный человек. Он читал Селлинджера, Апдейка, он великолепно владел английским языком, он посещал театральные премьеры, с ним было интересно разговаривать на любую тему, он великолепно все знал. И это человек, который, безусловно, сделал себя своими руками. Но вы представьте, приехать в столицу, где вообще невозможно никуда пробиться, ни в артистической среде, ни в литературной, ни в журналистской, ни в спортивной. Здесь все схвачено, здесь везде свои люди. И он прошел без подкупов, своим трудом. Он стал великолепным мастером, он стал прекрасным актером, снялся в фильмах, в таких, ну, в главных ролях реально снялся, с выдающимися, с очень известными актерами. Когда Джефф Монсон приехал драться в Москву, кто выводил его в ринг? Сергей Николаевич Бадюк. Когда Стивен Сигал приезжает сейчас в Москву, кому он идет домой пить чай, а то и не чай, идет к Сергею Бадюку, потому что они друзья, они кореша. Вы знаете, вот это сделать себя таким образом, это дорогого стоит. Этот человек реально потрясающей силы воли, целеустремленности, таланта и огромного большого сердца. И вот за это просто мое уважение, мой респект и мое преклонение перед Сергеем Бадюком. Он вот такой.